29 сентября 2021 года на перегоне Мокша-Ковылки на Куйбышевской железной дороге вне населенного пункта произошло смертельное травмирование мужчины 1964 года рождения, который по неустановленной причине находился на железнодорожном пути. Травмирование произошло в связи с наездом на него железнодорожного состава грузовым поездом. На предупреждение машиниста он не реагировал. Применением экстренного торможения наезд на человека предотвратить не представилось возможным. Смерть мужчины наступила мгновенно. По факту произошедшего Рузаевская транспортная прокуратура организована проверка. Причин произошедшего, качества достаточности принятия профилактических мер. Сергей Кривозубов, Рузаевский транспортный прокурор.